Миссия Международного агентства по атомной энергии начала работу на Чернобыльской АЭС. С этого момента эксперты МАГАТЭ будут находиться на объекте постоянно. Инициатива – часть кампании, в рамках которой международные специалисты будут в целях безопасности присутствовать на всех украинских атомных электростанциях, а не только на Запорожской АЭС, куда они были отправлены еще в сентябре. В честь запуска работы миссии на Чернобыльскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. This is my sixth visit to your country. Это мой шестой визит в вашу страну после начала войны, что, как мне кажется, само по себе свидетельствует о приверженности МАГАТЭ и моей личной приверженности содействию в обеспечении безопасности всей ядерной инфраструктуры в Украине. Постоянные миссии МАГАТЭ также начали работу на Рівненской и Южноукраинской АЭС. Ожидается, что всего на украинских атомных станциях будут находиться около 12 международных экспертов. Они будут мониторить ситуацию на объектах и при необходимости предоставлять техническую помощь.